казали древні самураї, поганий той кусок скла, який не мріє стати вітражем. Але вітраж – то є досить складна конструкція, яка вимагає випилювання свинцевих рамок і вкраплення туди скляних конструкцій. Але є найбільш простий варіант, я би його назвав дачним. Давайте згадаємо, як це робиться. Ми візьмемо звичайне скло. Но с одной стороны стекло будет рифленое, для того, чтобы свет, который падал на него с той или с другой стороны, играл богаче и интереснее. Витраж мы будем устанавливать таким образом, чтобы рифленая сторона была снаружи, поскольку красить мы можем только по гладкой стороне, по рифленой это делать неудобно. И в то же время мы хотим нашу краску максимально защитить от дождя. Мы сделали эскизы на бумаге. Вначале нарисовали карандашом, потом заполнили промежутки акварелью. Наложим стекло на наш эскиз и, не мудрствуя лукаво, раскарасим его специальными красками. Для того, чтобы начать работу со стеклом, его обязательно нужно обезжирить. Обезжирить для того, чтобы краска имела хорошую сцепку. Мы использовали средства для мойки окон. В принципе, можно использовать спирт и ацетон. Следующим этапом это будет нанесение контура. Для этого используем такие краски, они со специальным носиком. Этот носик позволяет делать линию. В данном случае это черный контур, он имитирует черную жилу. Для того, чтобы не смазывать наши линии, мы должны начинать с верхнего правого угла и двигаться вниз. Таким образом, мы создаем контуры, которые потом будут заливаться краской. Для витражей используются краски на сольвентной основе. Они очень прочные и достаточно долгое время не выгорают. А для улицы? Благодаря тому, что это будет под крышей, мы можем спокойно использовать эти краски. По этим цветам, вот таким образом, да, чтобы касалась краска границы, это очень важно. Если мы будем оставлять пробелы, эта краска может отслоиться в этом месте. И вот смотрите, какую красоту сделала Леся. Опа! Немножко похож на настоящий, он переливается на солнце, потому что здесь рифленая поверхность. Вначале было страшно, получится, не получится. Но глаза боятся, руки делают. 8 часов, и у нас 8 красивых частей в стиле модерн. Витраж.